А мусульмане Курска в пятницу отметили один из самых древних праздников мира – Навруз. Он совпадает с весенним равноденствием и считается началом Нового года по солнечному календарю. День весны отметила и региональная общественная организация «Узбекская национальная община» «Амир Тимур». Ее члены выступают за развитие партнерских отношений между двумя странами, знакомят жителей области с культурой Узбекистана. Те народы, которые были раньше в республиках Советского Союза, от того, как они вольются в новую Россию, как они вольются в русский менталитет, от этого зависит и спокойствие самой России, и спокойствие на ее границах. Поэтому, конечно, и правительство России, и мы заинтересованы в том, чтобы все проходило не просто корректно, не просто культурно, а с любовью, с большой душой. В праздновании приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители различных национальных и молодежных общественных объединений города.